Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья мои, после того, как я объявил о том, что у нас сломалась видеокамера и попросил вас прислать на счет мне кто сколько может, прошло достаточное количество времени, да? Все вы думаете, вот он молчит, ничего не говорит, хоть бы спасибо сказал. Итак, я выждал паузу. Пришли средства мне на счет, я приобрел видеоаппаратуру, теперь мы с вами будем неразлучны, выпуски «Я и мой хвост» будут продолжаться, причем будут продолжаться сниматься в хорошем качестве, не могу сказать, что в отличном качестве, все-таки на профессиональную аппаратуру денег, естественно, не хватило. Да, не хватило, собственно говоря, и на такую полупрофессиональную аппаратуру, но я добавил свои средства и приобрел средства, на которых мы, в принципе, можем снимать приемлемые ролики, причем в различных условиях. То есть я уже выкладывал ролики, которые мы снимали на улице, да, это на определенную, на одну камеру. Я снимал ролики, когда мы находились непосредственно где-то там в реальном поиске, да, в тайге. Ну, представьте себе, таскать какую-то камеру с собой. Ну, например, вот такую вот зеркалку, да, ты особо с собой не поносишь. Вот такую вот GoPro-шку, да, это уже значительно облегчает работу, она занимает место, она находится в аквабоксе, да, когда не нужно там пользоваться микрофоном, нужно будет пользоваться микрофоном, из аквабокса достаю, да. Когда нужно совместить в себе возможность HD-камеры, да, плюс фотоаппарат, можно пользоваться вот такой вот камерой, что тоже приемлемо. В общем, спасибо большое, всем огромное спасибо. Я даже не ожидал, честно говоря, что в таком объеме получит помощь. Итак, давайте я отчитаюсь перед вами. То есть мне на счет поступило где-то порядка 10 тысяч рублей. Причем я даже не ожидал, что будут переводы, да, там по 2000 рублей. То есть это, ну, достаточно серьезные деньги. Я вот, например, не могу себе позволить послать кому-то там, кому бы не было, собственно говоря, там 2000 рублей. Для меня это серьезная сумма. Поэтому я благодарен людям, я благодарен вам за теплые слова поддержки, которые вы присылали мне именно на мой канал, где-то в комментариях вот к этому обращению, где-то в письмах, то есть кто-то советовал мне купить ту аппаратуру, эту аппаратуру. В общем, смотрите, приходили средства, кто сколько мог, там, кто 2 рубля действительно присылал там на Яндекс кошелек, нет, 2 не было, было 10 рублей, а кто-то 15 рублей, кто-то 100 рублей, кто-то 500 рублей присылал, да, кто-то 1000 рублей, кто-то 2000 рублей. В результате я собрал какие-то деньги, добавил то, что я предполагал, и приобрел следующую аппаратуру. Ну вот зеркальная камера, как бы она у меня была, да, присутствует. То есть, ну, вы неоднократно обращали внимание, то, что в некоторых, как бы, роликах присутствует, ну, хорошего качества достаточно. Я не могу себя профессионалом, конечно, назвать, но все-таки я стремлюсь к этому. Фотографии неплохие у меня получаются, буду скромен так. Что я еще взял? Вот, значит, среднее переходящее такое вот, это Samsung камера. Она, вот что мне понравилось в ней, то что, ну, она снимает приемлемо в HD качестве, тоже у нее видео здесь идет. 12 мегапикселей здесь идет матрица на фотосъемку. Конечно, здесь мануального режима такого нету, чтобы вручную все выставить, то есть все на полуавтоматическом, то есть это мыльница, но немножко более усовершенствованная. А что мне понравилось здесь, что если где-то находишься в командировке какой-то, то тут идут, можно использовать аккумуляторы или батарейки, вот обычные вот пальчиковые батарейки, их можно использовать. То есть не надо там где-то зарядное устройство искать какое-то, достаточно зайти в обыкновенный магазин, да, а очень часто это оперативно нужно, может, ну, есть необходимость в этом. Итак, что дальше, значит,
Дальше, значит, вот самое главное, то есть камера, которую можно повешать на ошейник животному, да, то есть собаке можно повешать на ошейник, именно использовать ее вот именно в поисковых работах каких-то, не боясь за то, что где-то камера замокнет, намокнет, ну такую дорогостоящую камеру, да, вот Canon, например, зеркалку, было бы жалко, да и тяжело, собственно говоря, таскать с собой на поиски. Где не требуется, скажем так, именно вот картинка какая-то, а достаточно просто вот репортажные оперативные съемки, да, вот как которые я осуществлял. Тем более у меня нету оператора, я использую, ну вот это не селфи-палка, это именно монопод. Монопод чем отличается от селфи-палки? Тем, что его можно использовать как упор. Он имеет съемную вот такую вот площадочку, да, и его можно использовать как именно как селфи-палку, да, для съемки. Тоже это удобно достаточно, потому что эта площадка вот разгибается, она опускается, снимается, поворачивается, разворачивается здесь все. Вот. Но и можно использовать как упор там, для зеркальной камеры, например, да, для того, чтобы когда снимаешь на большой выдержке, там, например, или на длительной выдержке, или ты снимаешь где-то вдали что-то вот таким вот объективом, да, телевичком, для того, чтобы смазан не было картинкой, можно использовать вот этот вот как бы монопод именно как в качестве упора. То есть, ну и также можно его в качестве селфи-палки использовать. Что я еще приобрел благодаря вам, благодаря тому, что вот есть у меня такие отличные зрители, я еще раз выражаю огромную благодарность. Было приобретено мной, значит, как бы аккумуляторы дополнительные. Да, кстати, сейчас съемка идет на видеокамеру Full HD качества Panasonic. Ну, естественно, тоже это не профессиональная камера. Но она мыльница, небольшая мыльница, ну, снимает достаточно четко, хорошо. Тут автоматические режимы тоже как бы присутствуют. И, значит, я взял дополнительные еще как бы аккумуляторы. То есть, очень часто происходит такой момент, когда, вот, казалось бы, снимаешь, да, вроде снял, все, бах, и аккумулятор у тебя заканчивается. И тут выскакивает... Ну, гвоздь сюжета, да, который бы, бах, а у тебя аккумулятора нету. Поэтому я взял дополнительные еще аккумуляторы для того, чтобы именно для вас, мои зрители, все, скажем, острые моменты каких-то оперативных съемок были отражены, чтобы вы их увидели. То есть я вот приобретал это все и думал именно о вас. Ну, что я могу сказать еще? Еще раз выражаю огромную благодарность зрителям моего канала. Я не ожидал такого отклика, конечно, о том, что так отреагируют люди, так сбросятся вообще так от души. Я даже, честно говоря, не знаю многих, кто присылал деньги, потому что там на Яндекс.Кошельке мало где что это отражается. Деньги приходили как на Сберкарту, так и на Яндекс, как бы, кошелек. Всем огромное спасибо, канал мой некоммерческий, я повторяюсь, поэтому я на канале деньги не зарабатываю, то есть все это делаю от чистой души, то есть снимаю именно для вас сюжеты, и был вынужден к вам обратиться только по одной простой причине, что ну как бы вот одна единственная камера, которая была, и она... подвела. Я даже вот почему качество было плохое, я снимал на обыкновенный мобильник, ну и соответственно поэтому было качество. Еще раз спасибо большое, друзья. Призыв моего канала: все-таки заслужите доверие, заслужите уважение. Мне очень было приятно услышать от одного из подписчиков моего, который прислал мне вот пожертвование на видеокамеру, о том, что, Олег, вы заслуживаете доверия, заслуживаете уважения. Спасибо вам большое, друзья. Так вот, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий, Олег. Ну и теперь мы с вами находимся с аппаратурой. Мой канал будет продолжать снимать для вас
все сюжеты, о которых вы просите. Спасибо, друзья.